Это была достаточно равная игра, мы несколько раз играли в большинстве, и, конечно, было бы здорово реализовать численный перевес в третьем периоде и получить преимущество. Но оба голкипера играли хорошо, равная игра, и все решила шайба в серии буллитов. То, что мы заработали балл, неплохо, но у нас всего 3-4 очка отрыва от соперников, поэтому мы должны быть осторожнее, чтобы получить хорошее место в плей-офф. Непопадание в сборную меня немного расстроило, потому что, возможно, это была единственная возможность в отсутствии игроков из НХЛ попасть на игры. В Канаде много хороших хоккеистов, которые заслужили место в сборной. Я использую паузу, чтобы стать сильнее и подготовиться к двум последним играм в чемпионате.